вначале я работал слесарем. Потом у нас были курсы машинистов. Это тот, который сидит за пультом. Я выучился на машиниста. И вот с того времени, с 62 года, я и сижу за ручками. Ездить сейчас стало меньше, потому что раньше было ДВПИ. Студенты снизу вверх, и посещаемость его была огромная.